30 ноября в России отметят День матери. Сколько бы добрых слов мы ни говорили мамам, их все равно не хватит, чтобы выразить всю любовь к главному человеку в нашей жизни. В столице Чувашии в преддверии праздника прошел республиканский конкурс «Семья года 2014». Этой доброй традиции 10 лет. Лучшие семьи республики собираются вместе, чтобы рассказать, как удается им жить в мире и согласии, воспитывать детей и чувствовать себя счастливыми. Сегодня мы чествуем самых лучших. Сегодня мы чествуем самых-самых семейных, самых-самых любящих и любимых членов нашего общества, жителей нашей дорогой и любимой Чувашской республики. Многодетных семей в нашей Чувашской республике только за последние 3 года увеличилось на 20%. Вдумайтесь в эту цифру. Сегодня практически каждая 12-я, 13-я семья – это семья с 3 и более детьми. И если каких-то 5, 6, 7 лет тому назад мы считали эти семьи по пальцам, где можно было сказать, что да, 3 детей, 4 детей, то сегодня это становится нормой. Сегодня, когда начинают мамы рожать, когда они верят в завтрашний день, они уверены в завтрашнем дне. «Вославим женщину, многодетную мать». Именно под таким девизом проходил конкурс в этом году. Всего в отборочных турах приняло участие более 150 семей. И лишь 28 из них смогли побороться за звание лучшей семьи в финале конкурса. Чувашская земля вообще издревле была очень добрая, благожелательная. И мамы, по сравнению с другими регионами, я это ответственно могу сказать, всегда стремились, старались воспитать достойных своих детей. Конечно, ноша это непростая. Ноша очень серьезная, очень ответственная. И мама всегда хочет, чтобы дети были целеустремленными, талантливыми, творческими, умными, способными. Это во-первых. Во-вторых, мамы всегда хотят и желают, и стремятся, чтобы дети были готовы в жизни самореализоваться. Это очень важно. Самым творческим, спортивным и крепким семьям Чувашии досталось немало наград и призов. А почетное звание «Семья года 2014» получила семья Егоровых Ленинского района. Их ячейка общества существует вот уже 16 лет. За это время у родителей появилось 9 детей. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.